Полицейские предупреждают об ухудшении дорожной обстановки. Сегодня вечером ожидается резкое потепление. Это может привести к появлению гололедицы на дорогах. Автовладельцев просят выбирать скоростной режим в соответствии с погодой, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и заблаговременно тормозить перед пешеходными переходами. Кроме того, нужно быть предельно внимательными на загородных трассах, соблюдать правила, не нарушать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу. Пешеходам, в свою очередь, советуют не стоять у края проезжей части, не переходить через дорогу до полной остановки всех автомобилей.